Приветствую, ребята. Пришел мне в Аксунг. Человек хочет сделать AirMod. Вот, постараюсь сделать это все дело. Купил микросхему на базаре. Значит, Аксунчик в отличном состоянии. 13 года. У меня батарея 12. О, известный наш радиопрофи. Я так понимаю, не скрывался, ничего не делал с ним. Ну, в общем, будем сейчас вскрывать. Так, вот тут видно, влага, видать, попадала. Сейчас я подсветочку включу. Вот, смотрите, вот эти все такие прекрасные штуки, как окисал такой небольшой. Либо не смывался, либо флюс просто не смытый. Да, вполне возможно, скорее всего, так оно и есть. Ну, это не беда. В принципе. Так, вот я запаял микросхему, разводочку сделал, припаял. Сейчас будем собирать и смотреть, как оно получится или нет. Ну, в общем, надеюсь, что получится. Вот так я закрепил, здесь массу припаял и провода развел. Сейчас будем смотреть. Так. Возможности не было записать, как принимает в амплитудке у меня здесь в городе, потому что самолеты редко летают. Поэтому отправил клиенту уже в город его, в Киев. И там попросил его, чтобы он записал. Тут как раз вот сейчас ролик и посмотрите, как он принимает борта. Получил радиостанцию от Александра после доработки АМ-модуляции. Все хорошо, принимает отлично. Переделкой доволен. Спасибо ему. Прибытие 15.05. ФРМ. Что вы записали? 3.16. 0.80. 31. И такой же. 3.16. 0.80. Только в конце 32. Техники желаю.